Привет, мы на канале Магоса Игрушки. И сегодня мы будем распаковывать вонючую будку с хорошим щенком. Да. Эгги спецов. Написано 5 коробочек. Тут одна коробочка. Да. Я сейчас мальчика. У нас одна будочка, и коллекция очень большая. Больше 100 штук животных. Продается как по одному питомцу с домиком. Так и очень много-много питомцев сразу вместе. Что это за пакетик такой? Мамочка, открой. Ой, это 100. Покажи. Это, наверное, какая-то какашка, которую проехала машина и оставила на ней след свой. Да. Да, след автомобильный. Будка издает звук. Ой, это собака. Вот вкладыш со всеми животными. Смотрите, сколько много всяких смешных щенков. Ой, сколько много. Какой же нам попался? Ой. А на другой стороне у нас тоже тут целая куча их. А у нас вот такой щенок. Только не написано. О, тут. Он, наверное, блохастый. Смотрите, он чешет себе за ушком. Чук-чук-чук. Ой. И он резиновый, такой классный. Вот такая у него будочка с косточкой. Такая вся в дырках. Бедная еще паутина сзади. Где? И разбитая будка. И будка разбитая, вся в дырках, да? А нажми на будку, там должны звуки быть. Да, он типа пьет водичку. Пукну. И все. Покакал. Нет, я. Теперь он нас. Пукнул. Это паук. Смотри, пьет водичку. Пукнул. А у него, смотри, у него там в будочке есть мисочка и две каких-то... Я не вижу мисочку. Ну вот она стоит, мисочка и две каких-то штучки. Ой, тут, конечно, прям монстры всякие. Ой, какие ужасные. Ой, какие ужасные. Смотри, тут паутина с большим-большим пауком. Дырки везде. Ой, он спит. Лег спать. Храпит, да? Это что? Там мухи летают. Ж-ж-ж-ж. Это пук. Можно поподглядывать. Да. Да. Вот как это. Сёрмелька, смотри, какая какашка.
До новых встреч, пока! Сама Ига так сказала, я сама ее научила.